Блин, а тут плохо видно. Ну, видно, что сильный, да? Все. Может быть, нет, тут не видно. Тут лучше видно. Это в Питере. Сегодня как-то бровь не так накрасила. Там, да, я сейчас так удобно лежу и так сильно хочу пить, но тут написано, что нельзя. Есть. Мне очень хочется. Что делать в таком случае? Питер. Как ваш день проходит? Рассказывайте. Рейни, тебе не сломать. Люди бегут и да. Точнее, я уже здесь сколько? Неделю, может, чуть больше. Спасибо. Thank you so much. Спасибо. Мне здесь очень нравится. Я бы даже переехала. Очень нравится, правда. Спасибо большое. Задай. Я была в Петергофе, в Эрмитаже была, ездила на разводные мосты, смотрела, потом Царское село ездила, Екатерининский дворец, потом где я еще была? В Казанском соборе была, еще куда-то ходила. Кронштадт. Не все про Кронштадт говорили, туда не ездила. Я не скажу. А сама из Кемерово. Энди, thank you so much. В Эрмитаже. Я, кстати, да, в Эрмитаже была только на втором этаже и весь второй этаж прошла. Мне нужно было ехать, короче, я должна была ехать в Петергоф. Приехала рано, зашла в Эрмитаж. Мы походили по второму этажу, не обошли весь и все, и ушли. Там еще два их. Спасибо большое, Энди. Спасибо. Спасибо большое. Не знаю, я его учу, но не знаю. Thank you so much. Некоторые слова знаю. Понимаю, что мне говорят, но не могу ответить.
Юль, пока не знаю, честно. Не понимаю, о чем вы говорите. Hello, my friends. Спасибо большое, тогда. Да, что такое? Я не могу точно сказать, Юль, но я да, постараюсь, чтобы он был. У меня не было челки. Нет, не играю. Привет, привет, как дела? Привет.